представить, сколько разных эмоций получили российские поклонники лыжных гонок от выступления Александра Большунова на 34-километровом марафоне на 4-м этапе многодневки «Ски-тур». С каким волнением мы ожидали конца гонки, как переживали за Александра Большунова и всех российских лыжников. Наше волнение понятно, а вот что думает сам спортсмен о прошедшем соревновании. А произошло в этой гонке достаточно много всего интересного. Александр Большунов рассказал о своем состоянии после финиша. По его словам, эта гонка показалась ему очень сложной, так как на 15-м километре для начала ему сломали палку. Но это еще не все приключения российского спортсмена. На 18-м километре его свалили соперники, и спортсмен упал на спуске, в то время как группа ушла далеко вперед. Александру ничего не оставалось, как догонять убежавших соперников. Большунову удалось догнать лидеров, но он понимал, что ему необходимо ускорить темп и сделать отрыв от лидирующей группы. Как рассказал Александр, он понимал, что только эта гонка позволит ему выйти в лидеры скитура. И это у российского лыжника Александра Большунова получилось. Остается пожелать ему новых побед и ярких выступлений. Давай, Саша, вперед! Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!